Рома Бурцев до сих пор помнит свой первый выход на лед. Тогда он даже и представить не мог, что через несколько лет его команда впервые в истории всего забайкальского хоккея выиграет первенство Дальнего Востока. Я как бы пришел относительно поздно в хоккей. Все там занимались уже по 3, по 4, по 5 некоторые лет. А я пришел, ну как бы, первый раз стал на лед. Было как-то неудобно, но потом догнал, все нормально стало. Мы очень долго к ней готовились. С самого начала ставили цель. Вся команда очень рада, ну и я, конечно, очень рад. Манул встречался с командами «Амур» из Хабаровска, «Кристалл» из Южно-Сахалинска и «Адмирал» из Владивостока. Хоккеисты выиграли 16 из 24 игр первого этапа турнира и обошли на 14 очков серебряного призера. За этой победой стоит большая работа не только тренера и ребят, но и их родителей. Папа у меня вообще любит хоккей. Меня мотивирует, занимаемся вечером. Мама... пожалеть может где-то после поражения. Но папа пожестче относится. Вместе с тем выиграть первенство спортсменам помогли и приметы. Оказалось, что в хоккее их достаточно много, и каждый из ребят старается их соблюдать. Когда одевают форму в хоккее, они, лист с левой ноги начинают зашнуровывать конек, или еще что-то. С такой ноги на лед, на коробку выходят. Много всяких примет, но... Вы сами знаете, что когда у человека есть какая-то цель, да, стремление, и она когда выполняется, и этому сопутствуют какие-то моменты вот эти жизненные, да, и они потом становятся вот именно приметами, которым этот человек потом придерживается. Сейчас хоккеисты активно готовятся к отбору на Кубок Владислава Третьяка. В нем 8 команд поборются за место в большом турнире. Матч для команд 2011 года пройдет в Воронеже с 29 апреля по 5 мая. Екатерина Бакшеева, Сергей Миртов, РТК «Забайкалье».